Сегодня на саммите в Астане будет принято важное решение о дальнейшем расширении нашей организации. В этой связи хочу поприветствовать президента Республики Беларусь, уважаемого Александра Григорьевича Лукашенко. Ваша страна за короткий период времени выполнила все необходимые процедуры на пути к полноправному членству в Шанхайской организации сотрудничества. Если нет возражений, предлагаю начать заседание с церемонии подписания документов о приеме Республики Беларусь в состав государств-членов ШОС. Пожалуйста. Дамы и господа, начинается церемония подписания решений о предоставлении Республике Беларусь полноправного членства в Шанхайской организации сотрудничества. Главы государств-членов Шанхайской организации сотрудничества подписывают. Решение Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о завершении процедуры приема Республики Беларусь в члены Шанхайской организации сотрудничества и предоставлении ей статуса государства-члена Шанхайской организации сотрудничества. Дамы и господа, церемония подписания документов завершена. Уважаемые главы государств, решение о полноправном членстве Республики Беларусь в Шанхайской организации сотрудничества принято. Уважаемый Александр Григорьевич, искренне поздравляю вас. Уверен, сегодняшний день станет яркой страницей в истории Беларуси.